посередине, Альфа, посередине, видишь, мигает сосочек, ты не туда врезался. Нет, я не хочу этот сосок. Ты проиграл, давай, будь Альфой. Мне сосков дома хватает. Ты Альфа или Бета, давай. На! Нет, блин, на что я подписался? Эй, друзьяшки-няшки, вечер добрый, с вами Квантум, с вами Обзорка и Альфа, и сегодня скилл-тест на Жигулях и на Волгах, добро пожаловать в сущее безумие, кошмар и адок, да, поехали! Всем привет, здравствуйте! Всем привет, друзья! И сходу чекайте мою машину. Ой, просто, это дальше куда? Победа! Это победа! Это чистая победа, зацени! Я еще ни разу на ней не ездил, еще даже не покупал ее, потому что, типа, как бы да. Я вот. Вообще не понял, чувака, который так знаешь, что... как бы да. Ребята, вы едете вообще? Я вот, знаете, я вырвался вперед, у меня все по. Я четвертый. Ясно, понятно, я все. Нет, пацаны! Альфа, назад! Назад! Какой назад! Наверх нужно ехать! Назад, Альфа! Я перереспавнюсь лучше, все будет нормально. Маргиналиссимус, просто такой уж липандриссимус. Какой же Олег Гусь, все-таки странный что? Человек, серьезно. Кто? Олег Гусь, кто? Олег Гусь, да. Это у нас кто? Такой гонщик здесь? Тормоза, не тормоза, по-братски! Я понял, спасибо, пацаны, столкнули меня. Я тебе говорю, тормоза, не тормоза, ты такой прешь вообще, как быдлать да, такой, на новые ворота. Давай, подожди, да, не толкаемся. Да ну не толкаемся, Дальше не толкайся, тебе говорю. Не толкай, я пролез в дырочку. Альфа, что так спешишь? Подожди, подожди. А можно я тоже вды? Вот там обзорка. Нихуя себе меня выкинули. Обзорка, не надо. Обзор, давай проезжай. Так, в итоге что, я еду самый последний. Обзор, дай проехать мне. Там какие-то мины противотанковые, подводные, противолодочные. Я живой, нет, я упаду сейчас. Даня, помоги. Ага, спасибо. Даня, отвали, ой. Ах ты, пес, кто там? Вот этот вот. Тихо. У меня проблемы. Обзорка пока своя. Ой, обзорка, зачем ты перешел? У меня проблемы, пацаны, застрял тут люто вообще. Боже, ну я чувствую, что мы тут надолго. О, ни хрена я гений. Адской сложности. О, ага, обзорка. Я просто гений, пока что гений. Кращер! Кращер! Ой, я крашу. Кращер! Хрящер! Давай, хрящик. Нифига, да. Я гений, просто я задом разворачиваюсь. Так же тоже, кстати, можно было, да. Ну да, разворачиваться можно, привет. Ты смотри, я тупо задом еду, задом разворачиваюсь. Даня, привет. Нафиг пошел. Ай, хитрюга, значит, убежал от меня, убежал, ладно. Не пихай меня, пожалуйста. Я догоню. Ага, спасибо большое. Спасибо. Альфа прошла, что? Вы серьезно? Прошел. Я не попадаю! Почему? Нет! Ребята, я сверху оказался снова! А, что? Это что, тролль-гонка, что ли? Я не понял! Это что такое? Это скилл-тест! Ёма, подожди! Так, смотри, гонка под сиронка, а не... Ай! Какой, блин! Ты вонючка! Это не я! Я видел, кто это был! Это не я был! Меня дед за Волгу наругает, что ты делаешь? Ага, а сейчас смотришь, тихо. Я думал, это Альфа, блин, прости, крахер. Я третий, пацаны. Крахер! А, я сверху появился, стоп, не понял. Ага, обзорка, добро пожаловать. А, два раза нужно было заходить. Да, там нужно проходить постоянно, вот такая вот телега там, да, присутствует. Так, Даня, я смотрю, ты уже прошел, там вырываешься там на позиции. На какие позиции? Это не позиции, это тут сущий. Подожди, а кто эти позиции, мне просто интересно. Я вот я. О, я первый, я есть первый. Ага, еще говорит, не вырывайся, никакие позиции, пацаны, я молчу. Нифига, я пролетел в дырдочку. Дырколомщик. И я взорвался, я взял чекпоинт и взорвался. Взял ты чекпоинт, взял? Я взял его, да. Блин. Тут противотанковые, противоподлодочные мины. Подожди, а тут чекпоинт. Они взрываются? Они взрываются! Подожди, тут не пролетит. Пацаны, посмотрите вниз, вы видите бомбы противоподлодочные? Да. Они взрываются, между ними надо проехать. Ребята, это минное поле, чисто нормально. Это реально минное поле в GTA 5. И вот как проехать на дедовом Волгане? Дед будет ругаться, сидя. Она реально, она пикает на меня, она умигает. Иди в шоу! Картоша, осторожно! Ты чё творишь? Дубина! Да мы обезвредили дорогу, поехали. Я стрелял в этих гаражах. Погнали, тут деньги валяются, тут беру-ка я. О, Вилкопоповицкий Гусь за нами поехал. О, Вилка, давай. Посередине, Альфа, посередине, видишь, мигает сосочек, ты не туда врезался. Нет, я не хочу этот сосок. Ты проиграл, давай, будь Альфой. Мне сосков дома хватает. Ты Альфа или Бета, давай.
Нет, блин, ну на что я подписался? А там дальше, говорят, это бомба, да? Не знаю, что там, но я поехал. Там дальше бомба еще вроде, да? Здесь дальше можно нормально проехать. Опять здесь. Есть, мы спасибо. Давай, давай, давай. Поехали. Не толкаемся, не толкаемся. Понятно, я понял, принял. А как? А, все, я понял, аккуратненько. Поехали. Здесь вы что-то вообще жестко по этим парапетам деревянным ехать. Мега про... Это не... Развал схождения, вообще проверка. А, СТО. Нет, я упал! Я упал, я альфа кривой. Я... А я квадрат кривой. Упал, да? Упал? Я-то не упал, я проехал! Тут самолеты какие-то. Что за лютый скилл? Я проехал сразу, я не понял вообще, Дань, как ты там не проехал. О, миссис обзорка, привет. Здравствуйте. Как дела? Миссис обзорка, нормально так-то обзорка. Я понял, здесь надо с угла проезжать, ты прикинь. Ну да. А как бомба подорвала от меня? Вот так вот, видишь, с угла заезжаешь и все, типа, и проезжаешь. Вот как крахер поехал. Понимаешь, фишка в том, что вот эти заминированные бомбочки, они меня еще подорвали. Как, да вот, ладно, они тебя снова взорвали? Да, они меня когда снова ты, взорвали. Когда ты альфа, тебя мертвые бомбы убивают. Да, это убийство. Пройденный вообще. Путь тебя, короче, подсирает тебе. Да, это все карма, понимаешь? Ну обзорка! Ты чё, крахер, так нельзя мутить? Потолки меня, потолки меня! Помоги ему обзорка проехать! Я проехал, есть! Амарич бич, у меня классная Волга! Я жив не слишком! Где в задницу? А дальше чё, куда? Я понял, походу, влево и сюда. Пацаны, вообще, ребята, тут вы... Даунгрейд! Да что за фигня, я опять взорвался, да что за... Догнали уже меня, да вы что, серьезно? Are you seriously, guys? О, самолеты! Неплохо. Так, по самолетам. По самолетам я на колеса стал, вообще красавчик. От души все четко. Почему меня именно толкают, я не понимаю? Потому что ты самый сытный обед, понимаешь? Ты как бегланчик, душерак, только альфа. А, тут челик вообще пролетел нормально, так тут уже на разгоне можно. Обзорка лохнулся, он взорвался и поджег всю каскадерскую платформу. Нет, так, дрифти, теперь дрифти. Сюда налево, да, походу? Дрифти! О, так. Стоять, тормоза, ну дедовская Волга, ты же могёшь, я знаю точно. Подожди, мои яйки уже сейчас на пределе горят, подожди. Ты все самолёты не можешь пройти, да? Всё, я проезжаю, потихоньку проезжаю, но... Я тоже проезжаю, и здесь нифига не сложно, здесь все легко. Здесь... О, все, проехал. Что, блин? Вот этого я бы не допер бы вот до этого никогда. Вот это, по-моему, сложно сейчас для меня. А что тут, подожди, а что тут? Куда ехать-то? Куда? Все, я взял. Нормально. А как тут? А, тут чекнюх был обзорка. Нифига. Обзорка, смотри, что мутить надо. Офигеть, обзорка. А, так это за Сизи, мой френд, я понял. Не получается. Что-то не получается как-то, да. Не тянет тачка, скажем. Что-то дед стал неуверен в наших. Дед неуверенный, да? Не, ну я прошел, вот альфа не прошел. Да что за фигня? Он стоит, он смотрит. Что ты смотришь? Не смотри сюда. Понимаешь, я уже пятый раз пробую пройти эту фигню. И у меня не получается. Это миссис обжорка. Я думаю, что это за паскудство тут ездит такое черное. Интересно, да? Что за. Что-то. А блин, а что ж. Я шестой раз не могу заехать на эту фигню. Я заезжаю и падаю. У меня моя тачка заносит. Есть! Все проехали. Стоит он. У него Жигуль уже! У него Жигуль! Он Жигуль взял себе. Смотри, сейчас батя покажет, как проходить надо. Даня, а как вы проезжаете-то тут? Ё-моё! Жигулище фигуры. Есть, я прошел, нифига себе. Все, мне надо ехать. Наконец-таки прошел эту стрелку, я второй, я беру чекнюх и еду. Опять? Опять так. Разворот такой? Да вы издеваетесь. Я понял. Нет, я не пройду эту фигню, потому что... Есть, я взял чекпоинт, я на Жигуле на красном дедовском. Офигительно. Так, давай, аккуратно. Пацаны, у меня Жигуль. Да хватит хвастаться своими Жигулями. У меня Жигуль, да, у меня Жигуль. Обзорки вообще пофигу. Хвастается он. Да. Я тут прохожу, мне хорошо. А там как выше надо брать все-таки, да? Обзорка. Конечно. Обзорка. Блин. Альфа. Да. Ага. Нога. Блин, ну как эту фигню пройти? Меня бомбит уже. Блин. Ну Даня, ты свали оттуда, ты специально стоишь там? Меня же нас бомбит сейчас. Вот гуся пропущу. Ну гусь не доехал. Дань, я тебе обещаю, я тебя отомщу. Рано или поздно. Я вот мщу обзорки, к примеру, сейчас.
А меня, а я за что-то, я за что страдаю? Ладно, Альфу пропущу. Ага, пропустил меня. Я выехать не могу. Блин, Кряк, ну пройди. Я прошел. Мастер дрифта на Волжанке, на Жигуленке. Я попробую еще раз. Вы проехали, пацаны, или не проехали? Так, Кряк, спасибо большое, что развернули меня. Нет, я не проехал. Так, здесь надо наверх, походу, ехать каким-то образом. Самый сложный момент в моей жизни. Все, Ага, нет, явно это не так делается. Да, блин, отлично. Подтолкните меня, нет, ну блин, ну серьезно. Да, серьезно. А, вот так ненавижу. Вот оно и происходит. Я ненавижу этот скилл-тест, вот серьезно, всем телом и душой. Не, ну как бы ты сейчас научишься, смотри, Альфа, бери повыше, бери выше и типа все получится. Да, просто берешь. Я, фишка в том, что я беру. Бери прям под самой стрелкой. Ну, Кряк, офигенно, уже даже Кряк взял, это вообще... Все взяли. Я понял, куда ехать. Все взяли, только Лошок Альфач не взял. Нормально. А чё? Я-то типа проехал, да. Здесь так, я разверну сейчас максимальная скорость. Здравствуйте. Есть, взял чекпоинт. Я чуть не вылетел. И Кряк чекпоинт взял, офигевший. Пожалуйста, машинку, ну вывози ты, я же знаю. Бедный Альфа, все прошли, кроме Альфы. Ой, я тоже взял. Вот хоряк Мурло. Так, ну вроде более-менее научился проходить. Давай. И все приехали, и обзорка приехал, да вы серьезно? Хотите прикол? Это дедовский дробовик. Дробовик. Дедовский дробовик реально не тянет вообще нифига. О, нифига, я мастер переворотов на Жигуленке. Надо прокачанную брать такую. Отлично, ты вообще тут мастер слайдов. Аккуратненько, постепенненько. Вниз. Вау, ну все равно вниз надо. Хоббит взорвался. Нет, не взорвался. Хоббит? Везучее мурло шарное. Че, Властелина колец не смотрелся? Да, обзорка тут, Хоббит. Че, назад всей толпой просто гоним. Братва на Жигулях рвется к власти. Едем рай... Понятно. Говорила бабуля, смотри на дорогу, а не на братанов. Да, я тебе говорю, бери под самой стрелкой, проезжай, и все будет окей. Ты ж не слушаешь меня нифига? Нет, я беру под самой стрелкой, братан. Дядя, я вас слушаю. Подожди, здесь что-то не то. Доносит постоянно это говно. Нубики. Или игра не такая. Игра просто постоянно подсирает мне. Вот почему так, а? Вот Даня помогает, почему мне не помогает? А мне на чем помогла-то? О, обзорка проехал, ты посмотри, какой наглый. Так, я подлетел, хотя бы более или менее первые две прохожу, это меня радует. Научился, да? Ну, более или менее прохожу. Но, блин, мне мешает долбанный светильник. Третий, четвертый. Я его родственник. Все, пробка нахрен образовалась, отлично, из-за обжорки. Как всегда, обжорка. Во всем виноват обжорка. Обжорка, стоп их, пожалуйста, а? Он и так стопит. Знаешь, мне сейчас как поможешь, а? Офигенно, я не залетел. Да ладно. Все, я не могу это дерьмо проходить, меня бомбит. Ой, я уж пойду пельмешек. Да ладно. Есть, а я проехал. Четко. Да я странный. А ты странный, да. У Альфа вообще пройти не получается. Странный. Да, все, ребят. Есть, чё, красиво заехал. Я попытаюсь после стриму. Нет. Да не будь мышей. Езжай. Сейчас увидишь. Что у вас там происходит? Езжай. Что у нас происходит? Ничего хорошего. Пожа, где чекпоинт? Ой-ой-ой. Есть, нифига, я залетел сюда, тетка, спасибо, обзорка. Давай, бери чекпоинт, скачь обратно, и мне помогает. А где чекпоинт? Я не знаю. Так, все, я поехал. Дальше, тут надо в дырдочку занырнуть и про... Нифига себе, здесь по кран-балкам надо гонять. Пипец, я еще таких вообще элементов не видел. Капец, это скилл-тест какой-то модный. И что ты стал здесь? Офигенно! Что я сделал сейчас? Просто изи, ребят, лайк. Что ты сделал? Или нет? Кряк, не тупи, езжай давай, Кряк. Мы уже 30 минут играем этот скилл-тест. Какой он длинный. Странная жесть, ладно. Аккуратно, подожди, я приехал на... А, что? Так, разворот. Хоп. А как? Разворот. А как? Я еду третий. Что-то меня там боком не... Только не падай. Шестерочка, не падай. Капец. Шестерочка, не падай. Шестерочка, не падай. Нет. Капец, как я сейчас заруинил просто себе всю катку. Это... А, нет, я себя спас еще, нормасик. Это, знаешь, просто... Правее бери. Твои слова были услышаны. Да так как я еду, тут мастер дрифта нафиг. Тихо, ты че, блин? Лошадей добавили, что ли, под капот? Все, проехали, красавчики. Я думал, лошадей добавили в игру нафиг.
Я уже начал офигевать. А вот это сейчас будет жестко. Тут под наклоном парапеты, стрелки под наклоном, угол все жестче и жестче. Изи, изи. Мне главное сейчас тут проехать аккуратно. Ну блин, жига вот это. Это вообще топ, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, я проехал. Да, жигуль это тема. Что это вообще за элементы такие? Жига. Офигенно. Это жесткая гонка, пацаны. Вот что я могу сказать. Жесткий скилл, честно, жигуля. Честно сказать, я не ожидал. Не по таймингу, бедолагу обидел. Он расстроился, проходил так долго, шел к этому. И ты его пути, скинул, да. Как ты посмел? Блин, прямо в самое сердце. Животное альфа, как ты посмел что? Убить его? Хорошие, вы что? Ты обидел его. Ага, спасибо, Даня. Ты меня обидел. Есть, прошел и последний этап, последний ветряк. Я застрял, поэтому просто офигенно. Ты где вообще проходишь альфа, где ты находишься сейчас? Как бы тебе правильнее объяснить? Вот я вверху чекпоинт взял, проехал. Есть, я прошел, наконец-таки. Я на ускоряшке. Ух, чё? Не, ну чё? Это однозначно лютый скилл-тест. Опять назад ехать? Да вы чё, прикалуетесь? Подожди, а поворот? Я не могу проехать эти красные... А, ну найс, я не понимаю, что это за фигня. Что реально? Ты проехать не можешь? Я не могу проехать. Тут, короче, после верхнего чекпоинта идет такая ускоряшка в трубе. Фиг знает вообще, пиши по-другому, ты мы просто давно уже уехали, там есть вообще игроки, которые тебе могут помочь? Нет, я буду проходить. Отлично. Эксклюзивно. Эксклюзивное нормально. Прохождение, все уехали, Альфа остался один, но он называет нет, у меня эксклюзив. Есть пару челиков, но они ну видишь, тебе там не скучно вообще проходить. Да, офигенно, хотя бы есть с кем. Ага, и повылетать. Подожди, я вижу, что меня ждет. О, меня что ждет? Фу. Ветряки тебя поехали. Ждут. О, крашер, обзорка, догоняй давай. Тут все уехали, да, без я тебя. По стрелкам еду. Ты там где-то. А, ты уже по стрелкам едешь? Да. А вон я вижу нормально. Тебя. Черняшка. Так, я хотя бы врезался нормально. Есть, это прошел! Какая-то. Так, Квантум вопрос. Дачный. Куда дальше? Потому что я знаю, что эти сраные конусы могут иметь свойство лопаться. Я надеюсь, что сейчас внизу там что-то будет. Нет, только вывози. Вывози, я тебя очень прошу. Да чтоб тебя разорвало, иди ты нафиг. Вывези. Это сраная тролль-гонка, я понял. Я просто проехать не могу, не то чтобы... Есть, все, я упал на платформу, и я теперь еду второй, все типа четко. Догоните меня, называй... Что? Только не боулинг, шары, я их ненавижу больше всего. Так, особенно если поверху. Брик. А вон он и чекнюх. Можно было просто на скорости спрыгнуть оттуда вот с ветряка, и все было бы на мази, как говорится. Давай. Вот где я застрял? Ненавижу. Что? Это ускорение? Там потирало во виде ускорения. Пацаны, аккуратней. Вот сейчас вообще могло было бы быть очень жестко. Да, я, прикиньте, я просто не могу проехать. Так, ветряки дальше меня куда? Ни разу не сбивали. Я надеюсь, что ты прямо дальше. Ты хочешь сказать, что ты просто проезжаешь, и они тебя тупо на каждом моменте сбивают? Нет, наоборот, я просто не могу. Нет, проехать. Там с ветряками легко. Я в ту сторону проехал на минимальной скорости, типа все было у меня четко. И мне кажется, что я еду не туда. Или нормально, туда. Нормально, занесло. Еще взорвался! Не, походу туда все-таки. Да, я реально туда поехал. Вот красавчик же. Же есть вниз спуск теперь. А ты зараза такая! Скинула, зацепилась ни обо что. Сейчас мы с вами узнаем. Я как нахрен в лунтике. А что произошло дальше? Сейчас мы с вами... Даша и обезьянка. Даша следопыт нахрен. Я застрял, а? Есть, я вылез сам. Нифига, профи жигулей. Обожаю это жигули, конечно, но все-таки мне не по душе такие гонки. Это гонки, я еще гонками назвал. Не твое, это не гонка, как бы. Да, это очень потный. Подожди, а мне такой вопрос. Давай я тебя объеду как-нибудь, кряк. Уходи, я тебя смогу объехать. Ну, я пытался, кряк. Как бы да. Я сейчас столкну такой, я пытался. Нет, все хорошо. Да, я тебя знаю. Это что? Я вообще еду, никого не трогаю. Обзорка, ты ведь проехал. Я вижу, кстати, кого-то, Сиберта. Сибир. Что? Здесь волрайд, спирали на жигулях. Вот здесь твоя помощь мне сейчас, кстати, была. Такая прям вообще. Помощь на волрайды на жигулях.
Are you seriously? Представьте, ребят, себе. Это вообще нереально. Нет. Я что, заново все проходить буду? Или это за чекпоинт читалось? Пожалуйста. Да. Ну, так-то, кстати, да. Это, кстати, жестко тебе проходить там еще дофига и больше. Я вижу вас, как вы падаете, прозрачные платформы какие-то. Или мне кажется уже это... А, у меня тут не прогрузили текстуры. Ага, понятно. Не очень. Понятно то, что нифига не понятно. Давай. Поворот. Я так понимаю, должен ты заехать вот сюда наверх. Можно так получится? Да, получается. Давай. Отлично. Нормально, аккуратно, давай. Жигуль тащит ты, это хорошо. Ну что, парни, как дела? Ведь, вернее, волжанка. А, как дела? Обзор... Ну, такое себе, валай получше. Обзор, а ты тебя даже как? Обзор, ты даже не спрашивай. У Альфы там совсем все плохо. У тебя кончик нюх обзорка. Вот просто мой Жигуль... А ты где Альфа проходишь? Скажи ему, что тебе помогу чем-нибудь? Это за фигня. Подожди, я буду... Нет, я буду уже лайфхаками своими пользоваться, потому что так уже невозможно. Которых нет, Альфа, лучше скажи, где ты, и мы тебе поможем. Как у вас там дела, Даниля? Я вот еду. Обзор, отлично! Далеко от меня? Есть! Есть! Да, попал! Да, да, все, да. Я залез сюда! Очень с помощью, ну, с помощью рампкара! Вот это потом реально жесткое место, забагованное, малеха. Ну да ладно. Обзорка давай. Прошел? Нет, я не прошел еще. Ну, здесь кряк стоит. Дальше куда? Дальше чекпоинт. Телепор! Есть! Я хотя бы долететь. Что, заново все? Да вы серьезно? Я кругом телепорты. Ветряки. Так, тут ветряки пошли у меня. Ветряки это серьезная штука. О, это финиш! Это финиш! Наконец-таки! Серьезно? Это капец, обзорка, ты почти на финише уже.